потом какой-то искусствовед или историк витрин, дизайнер витрин, он может посмотреть на вашу историю, как вот витриниста, дизайнера, да, и уже будет ему что сказать о начале вашего творчества, да, то есть уже тогда у него были начатки стиля. Огромное спасибо всем, кто работал со мной рядом, потому что я постоянно чувствовала, что есть такое незримое плечо рядом. Очень концентрировано все, но есть зато теперь о чем подумать и чем позаниматься. Можно сидеть карандашом неделями рисовать, как рассказывала Ника, при этом разговаривая со всеми, тем же цветом заниматься. Ну, в общем, для меня человека вообще никогда с творчеством не соприкасающегося очень много-много-много нового. Очень чудесная атмосфера, вот именно творческая, плодотворная такая, очень дружеская, здорово все. Я вот написала в анкете, это прорыв, потому что это вот совершенно новое измерение, в которое я здесь попала, абсолютно. Здесь я не была никогда. Спрашивали людей на улице, подходили, говорили, витринистика, они так улыбаться начинали и понимающе кивали. Это очень хорошее слово, похожее на витамин. Это введение специальности. То есть вот для меня, человека, который вообще не знает ничего вот витринистики, я, в общем-то, получила представление полное о том, как нужно работать, что нужно делать и, самое главное, чему нужно учиться. Ой. На самом деле, вот 6 дней пролетели как один, и хочется продолжения, хочется чего-то еще, то есть жалко, что так мало.